лепшы экспартёр. 8 прадстаўнікоў паўночнага рэгіёну сталі лаўрэатамі прэстыжнага рэспубліканскага конкурсу. Каб памяталі, у аграгарадку Заронава Віцебскага района плануюцца рэстаўрацыйныя работы на мемарыяле, дзе ўвекавечаны імёны 10,5 тысяч салдат і афіцэраў чырвонай арміі. Гісторыя выратавання. У Віцебску супрацоўнікі МНС дасталі з Віцбы змёрзлага лебедзя. Цяпер птушку даглядаюць у зоапарку. Таким будет сегодняшний выпуск. Это новини Витебской области. У студии Ольга Шмаргун. Витаю вас. Лепший экспортер 2020 года. 8 представников полночного региона стали лауреатами престижного республиканского конкурса. Серед переможцев предприемства, которые не только вырабатывают качественную продукцию, а и успешно представляют ее на международной арене. Это лидеры у электротехницы и приборобудовании, легкой и нафтоперепрацовчей промысловости, лесонарыхтовцы и сельской господарцы. Церемония узнагороджения прошла у Витебским аблвыканкаме. У разных номинациях переможцами и дипломантами конкурсу стали предприемства «Витебские диваны», «Витязь Инвет», «Конструкторское бюро Дисплей». Высокую оценку отримали так само представники малого и среднего бизнеса. Мы компания молодая, работаем только 5 лет, но за это время смогли достичь хороших результатов. С каждым годом мы свои показатели увеличиваем. Мы являемся лидером по отправкам экспортных поездов в Китай. В основном отправляем древесину, сахар, сухое молоко. Продукция наших предприятий поставляется почти в 180 государств мира. А по некоторым видам продукции мы вообще являемся лидерами на глобальном рынке. По молочной продукции, по удобрениям, да и по машиностроению у нас очень серьезные показатели. Национальный конкурс на звание лепшего экспортера проводится на протягу 15 годов. При вызначении переможцев уличиваются объемы и темпы росту экспорту, внешнеэкономичная сальда предприемства, а так само география рынка сбыту. Усяго по выниках минулого года переможцами конкурсу стали 22 предприемства и 30 отримали заохвочивальные дипломы. Сегодня у аграгарадку Заронава Витебского района прошел штаб по проведению реставрационных работ на мясцовом мемориале. Это другое по колькости военное похование в полночном регионе. Тут увековечены имены 10,5 тысяч солдат и офицеров Червоной армии. Работу штабу координовал старшиня областного совета депутатов Владимир Тярентьев. Он охучил и выники деятельности по увековечению памяти загинувших у часы Великой Чины войны героев. Тему протягнет Сергей Мисурагин. Сёлета на территории Витебской области перепахавали останки 460 человек, которые загинули в годы Великой Чинной войны. Больше половы из них – мирные жихары. Пошуковые батальоны из Беларуси и России в основном ведут раскопки на территории Дубровинского, Лёзненского, Городоцкого, Витебского и Шумилинского районов, там, где под час вызваленшей операции «Багратион» шли кровопролитные бои с немецкими оккупантами. Только у Витебском районе за этот год отбылись 6 перепахаваний. Апошний притулок загинувшие герои находят и на воинском мемориале у аграгородку Заронова. Это другое по колькости военное похование у полночном регионе. На его реставрацию выдаткована больше за 60 тысяч рублей. Наша самая основная задача – это нанести на мемориальные плиты фамилии всех, кто здесь лежит, и дополнительно те фамилии, которые за последнее время у нас были найдены. Вот это самая основная задача, полностью перенести, еще раз хочу подчеркнуть, именно на мемориальные плиты все фамилии. А фамилии это будет 10,5 тысяч. Я радуюсь тому, что нам допомагают робить, наводить парадки на Зароновском мемориале. Сюда люди едут с всего света, и едут круглый год, навык и теперь, не глядя на пандемию. На сегодняшний день у нас увековечена память 10 500 человек. Я уверена, что тут должно быть у 3 раза больше. Мы работаем с документами и ведаем, сколько тут пропавших без звездок. Деятельность по увековечению памяти солдат и офицеров, которые отдали свое жизнь для перемоги, у Великой Чинной войне не спыняется ни на хвилину. У першиню в области были поставлены на улик 53 похования. Это одинковые могилки на территории Расонского и Докшинского районов, и где карпатливая работа по установлению имен загинувших фронтовиков. Все это на гранитные
памятные плиты мемориала у обелисков и военных похований на территории Витебской области нанесено больше за 5000 имен героев одной из самых жудостных войн в истории человечества. Более 5200 фамилий мы нанесли на мемориальные плиты по всей области, то есть они появились на наших мемориалах. Сегодня, на сегодняшний день можем сказать, что у нас на территории области находится 1533 воинских захоронения, в которых лежит 405 тысяч советских воинов, солдат и офицеров. 210 тысяч из них сегодня нам известно. Не один десяток годов прошел, як отгучали залпы военных гармат, а война все не отпуская. Память об ее протягивая жить у сердцах людей, бо у того, кто забылся на минулое, нема будущини. Напереди еще шмат работы по реконструкции военных похований и установлению имен загинувших бойцов Червоной армии на территории Витебской области. Сергей Мисурагин, Олег Чорняк, новини, Витебский район. Геноцид не имеет термина давности. Массовые расстрелы, спаленные вёски, скалеченные лёсы. Генеральная прокуратура у красавіку гэтага года узбудила криминальную справу по факте геноциду белорусского народа у годы Великой Отечественной войны. Устанавливаются новые факты. Работники прокуратуры опытывают, на жаль, не многих заставшихся сведок тых подей. Вывучают архивные документы. У Витебской области знойдены 135 неуличенных местов пахавання у мирных ахвяр нацистов. Допомагают следчим пошуковики и краязнавцы. У Витебском районе пошуковой работой давно занимается историк Миколай Пивовар разом с навученцами Витебского кадетского училища. Юлия Устинова, подробязней. У поля поблизу вёски Шалыги одинокая могила. Яе подчас экспедиции знайшоў гісторык Миколай Пивовар. На протягу 5 годов разом с выхованцами Витебского кадетского училища краязнавец занимается пошуком неуличенных пахаванняў часов Великой Айчынной. За гэты час знайшли и постарались установить трагичную историю 100 месцев пахавання. 70 из них – это братские могилы мирных белорусов. Коля вёски Шалыги мы просто знайшли крыш, металічны, сталі пытацца ў мясцовых жыхароў, аказалася, што гэта быў хутар, які ў 42-м ці 43-м годзе фашысты спалілі, а жыхароў расстрэлялі, а мясцовых ўжо пахавалі. Кожная гісторыя на унікальна, асабліва, канешне, кранальна чуюцца, вот, калі некія масавыя, вот, той ж самы Яновіч, забіта была 1600 яўрэяў. И, на жаль, это пахаванне не стоит на улику, хотя там есть помник. До пахавання вяскоўцаў поблизу вёскі Трыгубцы гісторык ідзе разам с прадстаўніком прокуратуры. Информация, якую збирали пошукаўцы, оказалась вельмі важной. Доказ геноциду белорусского народа у гады войны. На сегодняшний день прокуратура города Витебска вообще установлена 48 таких мест, ранее неучтенных, в том числе с участием Пивовара Николая Васильевича, 39 таких мест. Сегодня мы приехали в деревню Трегубцы. В данном месте, по сведениям местных жителей, было уничтожено, расстреляно более 10 мирных граждан. У память про невинных ахвяр мясцовые жыхары установили памятные шильды. У ходы войны у Витебском районе фашисты знищили больше за 400 вёсок. 12 населенных пунктов спалили разом с людьми. 15 тысяч мирных жыхароў стали ахвярами нацизму. Вернуть имены загинувших имкнутся пошукаўцы. Разом с историком Миколаем Пивоваром кадеты Витебского кадетского училища вывучают архивные документы, сустракаются со старожилами. До этого момента удалось установить имены 2000 мирных жыхароў Витебского района, чьи жизни оборвались у годы оккупации. Мы вывучали архивные и іншыя информационные крыніцы для установления дадзеных про загінувших, так само местах их пахавання. А у полевых доследованиях мы оглядывали могілкі, выявляли неуличные пахавання часоў войны, а так само проводили интервью с удельниками пошукавага руху, с жыхарамі вёсак, и так само их сваякоў и краязнаўцамі. Память – это вельмі важна для нас. Як писал Владимир Караткевич, той, хто не памятае мінулага, хто забыўся пра яго, асуджаны зноў і зноў перажыць яго. І мы, як беларусы, не можам дапусціць паўтарэння таго, што адбылося падчас Вялікай Айчыннай вайны. Нам трэба памятаць імёны тых, хто аддаў сваё жыццё за тое, каб мы маглі зараз жыць і працаваць.
Раней неуличаныя месцы пахавання мірных жыхароў, якія сталі ахвярамі карніку, фатаграфуюць і апісваюць. Стварылі звод пахаванняў ахвяр вялікай айчыннай вайны. Вынікі працы пошукаўцаў увойдуць у матэрыялы расследавання крымінальнай справы аб генацыдзе беларускага народа. У Віцебскай вобласці ўжо ўстаноўлены 135 невядомых брацкіх і адзіночных магіл. Юлія Устінова, Сергей Котаў, навіны, Віцебскі раён. Война может оказаться ближе, чем мы думаем. Люди, которые оказались ахвярами конфликта на Ближнем Усходе, вырашили шукать лепшей доли у Европе. Але на их шляху стали политические амбиции и державные межи. Гуманитарная трагедия на белорусско-польской мяжи не покинула абыяковым неводного белоруса. Груз допомоги из Витебской области сегодня отправился у Гродзенский регион на мяжу с Польщей, где покутают беженцы с Ближнего Усходу. Жыхары в области, предприемства и навучальные установы активно отгукнулись на заклик областного Червоного Крыжа и собрали амаль 3 тонны теплого одения, продуктов, предметов гигиены. Очень востребованы продукты питания. И вот, как видите, сегодня даже вот мы отправляем машину, это 2 тонны. Здесь нас попросили уже сделать, сформировать наборы, потому что не хватает там рабочих рук для этого, а наша машина придет и сразу с машины будут раздавать вот продовольственные наборы. Поэтому мы их паковали с волонтерами в пакеты. И сегодня вот приехал и представитель областного отделения Агропромбанка Жингер Олег Валентинович, тоже помогает, привез гуманитарную помощь. Так что мы благодарны людям. У нас очень-очень хорошие люди живут в Витебской области, отзывчивые. И мы с ними много можем еще хороших сделать дел. Сегодня на границе собралось очень много людей, которые нуждаются в самых элементарных вещах, в теплых вещах, продуктах питания, средствах гигиены и прочее. И наши работники нашего банка собрали самое необходимое. Собрали для маленьких деток детское питание, консервы, теплые вещи, салфетки, средства гигиены. Самое ценное, что может быть, это дети наши, это наше будущее. Активными удельниками акции стали громадские объединения. Первыми откликнулись активистки Белорусского союза жанчын. Не застались у Баку супрацовники областного управления Министерства по надзвичайных ситуациях, студенты и выкладчики Державного университета имя Петра Машерова, супрацовники Белагропромбанка. И на проконце выпуску незвычайная история выратования. У Витебску супрацовники МНС достали с Витьбы змерзлого лебедя. Птушка отбилась от своей чароды и самостойно выбраться с замерзлой воды не смогла. Это убачили минаки. Яны потелефоновали городским экологам. Супрацовники инспекции природных ресурсов и новокольного осяродзя прибыли на раку. Да помогчи лебедю с берега яны не смогли. Пришлось выкликать ратовников. Один сотрудник будет отвлекать лебедя, зайдет в воду, а второй сзади набросит на него сеть, и чтобы птица не навредила себе и благополучно ее освободить. После спасения птицу осмотрели, никаких видимых повреждений у нее не было, она находилась очень ослаблена. Выратованный лебедь доставлены у изолятор Витебского зоопарка. Птушку бережливо доглядают, а так само проверяют на наявность хвороб. Важные, самые интересные новины из жизни Витебской области доступны у интернете. Особные сюжеты и целые выпуски новин, актуальные и популярные проекты телерадиокомпании «Витебск» можно найти на официальном сайте vtv.by. Заходите и подписывайтесь на наш YouTube-канал. Долучайтесь до нас в социальных сетках и мессенджерах. На этом наш выпуск завершен. Я с вами развитываюсь. Усяго доброго. До встречи. В ближайшие сутки в области будет облачно, на большей части территории короткочасовые опадки, переважно дождь. Ночью и раницей местами слабый туман и гололед. Ветер паўднёва-заходний с переходом на паўночно-заходний 5-10 метров за секунду. Порывы до 14 метров за секунду. Температура поветра ночью плюс 3, плюс 6, днем плюс 5, плюс 10. У Витебску будет облачно. Ночью без істотных опадков, раницей и днем короткочасовые опадки, переважно дождь. Ночью и раницей слабый туман и гололед. Ветер ночью паўднёва-заходний, днем паўночно-заходний 5-10 метров за секунду. Температура по ветру ночью 0 плюс 2, днем плюс 2 плюс 4.